Популярная во всем городе сеть фитнес-клубов «Ультра» отпраздновала очередное новоселье. Четвертый клуб открылся в Заволжском районе Ульяновска по адресу Ливанова, 5. Новый клуб заработал в техническом режиме в конце января. А в марте двери филиала официально распахнулись для всех жителей города. У нас отличный тренерский состав. Я считаю, что достаточно сильный для нового города. И вообще сильный он у нас по городу. Концепция сети фитнес-клубов «Ультра» включает в себя не только высокий профессионализм и регулярное повышение квалификации тренеров, но и разнообразие спортивного оборудования. Редкий в городе тренажер «Горка», «Хаммера», «Смиты». В «Ультре» на Ливаново каждый сможет найти то, что ему по душе. Для самых юных спортсменов предусмотрен отдельный детский клуб. Стоит отметить безупречный сервис и дизайн. В клубе приятно просто находиться. Классный клуб, классные групповые программы, групповые занятия просто отличные. И очень здорово, что можно столько всего совместить. То есть можно и попариться сходить, и все-все-все есть. И тренажерный зал, и очень много именно групповых направлений. То есть можно и растянуться, и боксом позаниматься, и вообще, в принципе, там кроссфит, не кроссфит. Грамотный тренерский состав дает качественное... тренировки, да. Очень нравится. На работу нового клуба посмотрел и губернатор Ульяновской области. В «Ультре» на Ливаново глава региона вместе с представителями фитнес-индустрии и министром спорта обсудил вопрос дальнейшего развития этой сферы. В том числе возможность предоставления льготных условий занятия спортом для определенных групп населения нашего города. Вы знаете о том, что мы много делаем для того, чтобы у нас активное долголетие было. И это касается для людей старше 45 лет. Вот сейчас мы заканчиваем уже формирование большой программы активного долголетия. И у нас задача стоит такая амбициозная. Мы хотим, чтобы мы жили долго, ну, как минимум, так сказать, там, лет до 90, до 100. Новый спортивный объект – это продолжение развития социальной инфраструктуры нового микрорайона в Заволжье. Активное строительство новых домов, открытие детских садов и лицея, продовольственных магазинов. Помимо всего этого, большое количество молодых семей с детьми теперь смогут уделить время себе и своему телу в современном спортивном центре. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.